центре единоборств слышны тайские мотивы, перебивают их возгласы болельщиков, громкие подсказки тренеров и шлепки от ударов, наносимых соперниками друг другу. Сказать, что атмосфера накалена, ничего не сказать. В ринге идут финалы чемпионата и первенства Омской области по тайскому боксу. Формула боя – 3 раунда по 3 минуты. И здесь побеждает тот, у кого хватит сил достоять до конца. Ритм спарринга столь высокий, что обладать хорошей техникой и разбираться в тактике мало. В последние 3-минутки включаются резервы, что спортсмен смог накопить за время подготовки. И на первый план выходит уже не сила, выносливость. Кросс бегаю 10 километров каждый день. Это час кросса. Это вот функционально хороший вот бег вот это. Это как заменяет тренировку за всю. Вот. И отрабатываем те удары, которые применяются в тайском боксе. Локти, колени, все отработки делаем полностью на грушах. От отработка, все, готовимся. Главные вот эти моменты, клинч. Более 250 спортсменов оспаривали звание чемпиона турнира в 30 весовых категориях. На медали претендовали амичи и гости из Екатеринбурга, Тюмени, Ишима и других городов, а также Республики Казахстан. За наш регион выступали практически все школы, что пропагандируют тайский бокс на территории города. С каждым годом, по словам организаторов, смотреть за поединками спортсменов становится все интереснее. Добавляют в техники тайские боксеры, эволюционируют и сам вид единоборства. Если это говорить о спортивном направлении, это любительский тайский бокс, он больше стал игровым, движения добавились и какие-то другие ряд элементов. Если это говорить о традиционном тайском боксе, который, опять же, существует, потому что профессионалы, их никуда никто не дел, то он также немножко в себя впитал и любительского, там где-то двигаться уже представители Таиланда начали, нежели это было ранее. Интерес к этому экзотическому для Сибири виду единоборств сегодня большой. А популярность тренеры ведущих школ города объясняют тем, что тайский бокс разноплановый. В отличие от классического бокса, здесь добавляется еще и работа ногами. Так получается, что занимаясь этим видом, бойцы имеют в копилке больше вариаций против соперника в ринге. Он мне нравится, потому что там ноги добавляются, а руки там тоже их прикольные. Локти, колени бьют, там можно вертушки бить какие-то и все остальное. По итогам и чемпионата, и первенства региона тренеры сформировали сборную Омской области. И тем спортсменам, которые вошли в нее, предстоит выступать на турнирах на класс выше, всероссийского масштаба. Соревновательный календарь у тайских боксеров насыщенный.